Это очень быстрое, блядь, обращение из-за дебильных сайтов. Короче, есть такой вот сервер. Он мне кинул рассылочку. После этого у него пошла рекламочка. И сейчас я одну покажу вещь. На этом серваке нахуй вы не появляйтесь. Тут еще они говорят бесплатно до 100 долларов кому-то. Это все пиздеж. После этого они отправляют. Сейчас, так. Блядь, что, закрылась, что ли, ссылочка? Была ссылочка? Скорее всего, вот это вот. Да. После этого у них была вот эта рекламочка. После которая не закрывается, во-первых, если ее закрыть, то вылазит вот эта хуйня, из-за которой, как вы видите, нельзя закрыть браузер, блядский. То есть суть в том, то что вот этот сайт, спасибо ему за это, кто на него собирается идти, просто съябывайтесь оттуда, и 100 долларов вы точно не дождетесь, скажу честно. Этот сайт очень хорошо, сука, мне все сейчас испоганю. Я заливал на YouTube два блядских видео, из-за которых мне пришлось делать вот так вот. Вот так вот и вот так вот, блядь. И снимать. После этого, сука, блядь, он снимается долго, пока он просто не затупит. Сука, вот, завершение идет. Завершайся, блядь. У меня слов нету. Закрыть программу. И если вы подумаете то, что вы сможете после этого восстановить ваши какие-то вещи, если вы, блядь, тыкните еще раз, то вылезет та же самая, блядь, хуйня. И, сука, вот сейчас два видео, это по новых заливать, я их заливать около 4 часов, 3 часов. Это просто вымораживает. Еще когда делают вот такие дебильные сайты, которые на который будет еще в придачу онлайн накрученный. Я просто не знаю, не идите на этот сервер, и если вам на почту приходят такие ссылки, типа приходите нам на сервер, то сразу шлите их нахуй и просто не заходите на их ссылки. До новых встреч.